судьба вознесла его на вершину славы. Как тебя зовут, малыш? Ханс Христиан Андерсен. Запомни, тебя поцеловал сам Господь Бог. Ты будешь великим человеком. Тебя будут знать все люди на земле. Поэт — это человек, который должен быть образцом для всех. От вас потом воняет, воняет, воняет. По-моему, он девчонка. Голос-то как у мамы Зени. Его жизнь была полна обид и унижений. Бей их! Никогда не делай того, что делают все! Ты чего? Я боюсь. Завтра наша свадьба. Не делайте этого. Вы же просто тень. Он моя тень, одетая в человеческий костюм. Ханс Христиан, ты великий лжец и обманщик. Давай, давай. Угу. Давай, дурачи. Давай, давай. Я не хочу. Давай, дурачи. Давай, дурачи. Он так и не познал взаимной любви, но был любим миллионами. Ну скажите да, скажите же да, Енни! А как же я? Его презирали за мелочность и тщеславие. За огромные заслуги в области литературы. Новый кинороман Эльдара Рязанова. Фантазии и жизнь великого сказочника. Мне кажется, я понимаю ваши мысли. Кто же он? Ханс Христиан Андерсен. Кто знает правду о его жизни? Вот и не верь после этого в судьбу. Андерсен. Жизнь без любви.